Честность госзакупок. 19 августа обсудили в Краснодаре на антикоррупционном форуме. На мероприятии съехалось около 1000 человек со всего Южного федерального округа. Это бизнесмены, журналисты, представители Общероссийского народного фронта и власти. Вместе с делегацией Славянского района на форум отправились и наши корреспонденты. Антикоррупционный форум «За честные закупки» является ежегодным. Он проходит уже в третий раз. Главная задача форума – совместить всех, кто связан с системой государственных закупок, чтобы обменяться опытом и увеличить эффективность расходования бюджетных средств. В самом начале форума руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» Антон Гетта рассказал о работе активистов Народного фронта в Южно-Федеральном округе и сомнительных закупках, выявленных в регионе за последнее время. Это достижение наших активистов. И всегда и везде повторяем и говорим, что Общероссийский народный фронт, а это движение, созданное президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, для того, чтобы создать условия, создать площадку, а не решать отдельно взятые задачи. Что касается Кубани, то на госзаказах в 2014 году региону удалось сэкономить 5 миллиардов рублей. Это 6% от расходов бюджета. За 6 месяцев 2015 года экономия уже составила свыше 2 миллиардов рублей. Такие данные озвучил на форуме заместитель главы администрации Краснодарского края Владимир Свеженец. Он также подчеркнул, что важную роль в этой работе играют активисты Общероссийского народного фронта. Уважаемые коллеги, государственные муниципальные закупки, связанные с оборотом значительных объемов денежных средств, в 2014 году сумма заключенных контрактов только в рамках регионального заказа Краснодарского края составила 120 миллиардов рублей и вызывает, конечно же, повышенный интерес у многих поставщиков продукции, контрольных органов. Также с каждым годом возрастает интерес к закупкам со стороны общественных организаций, граждан и представителей различного рода интернет-сообществ. В этом мы видим, конечно, государственный смысл. Система общественного контроля сегодня наиболее эффективна и позволяет контролировать все, что происходит с государственными закупками. На протяжении дня, помимо сессий, на которых участники сообща обсуждали вопросы коррупции, на форуме прошли тематические образовательные площадки по улучшению качества госзаказа, защите прав предпринимателей, общественной работы активистов Народного фронта и корреспондентов. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».